Храм называется Цзумяо. Главный вход. Храм был основан в 11 веке. Билет стоит 20 юаней. Так выглядят билетные кассы, они находятся в туристическом центре. И здесь, кстати, есть даже туристический сервис. Можно узнать какую-то информацию про город Фошань. А вот это диорама самого храма. Вот храм Цзумяо. И есть еще очень интересное местечко. Если получится, мы туда попадем. Это старинная деревня, в которой производили керамику. В одном из залов храма Цзумяо есть фотография и даже стол знаменитого мастера единоборств Ип Ман. Кто не знаком с мастером Ип Маном, он считался и считается одним из великих мастеров единоборств, и он владел стилем винчун. Жил он в Гонконге, точнее, он переехал из Китая в Гонконг, и там он даже служил в полиции, и потом уже открыл свою школу винчуня в Гонконге. Мастер Ип Ман и его ученик Брюс Ли. Брюс Ли не просто какой-то киношный герой, он действительно был мастером единоборств, и он обладает самым быстрым в мире ударом. Мастер Ип Ман прожил до 79 лет. Здесь он со своей семьей. Вот эти тазики, это специальная такая тренировочная площадка для того, чтобы по ним бегать. И здесь же находится статуя Ип Мана. Великого учителя Лин Чуй. Это одно из святилищ внутри храма. Это главный символ храма. Черепаха и на ней змея. А вот там внизу сидят настоящие черепашки. Ну вот и главная святыня даосского храма Цзумяо. Здесь висят огромные старинные бумажные фонари. Я видел уже подобное убранство храмов, но здесь действительно очень красиво. Здесь тут такие, не знаю, это то ли диорама, то ли барельеф. Очень детализированный. Внутри нас встречают воины и хранители храма. Кто такая шикарная тетенька? Ну-ка, Настя, покажи, что ты нашла. Сначала показ, потом будет. Только, да, средний палец показывай. Я проверила.
你去活到这里。